И там тоже такой. Димитровградец Николай Поткин с удовольствием показывает нашей съемочной группе подсолнухи на своем огороде. Все они, без исключения, представляют собой целые букеты. Вот уже третий год подряд в его саду даже на декоративных подсолнухах растут не по одному цветку, как задумано природой, а сразу по несколько. Но главная гордость этого садовода – чудо-подсолнух с почти сотней цветов. Так получается, само собой, мы тут, как говорится, не вредим, не улучшаем ничего, как есть, так и есть. Садоводы с большим опытом уверяют, что несколько головок на одном стебле – явление необычное, но допустимое. Однако такое количество солнечных цветов – явно мутация. Я могу предположить, что с годами при пересеве произошло расщепление этого сорта или сортов подсолнечника в сторону увеличения цветков на одном стебле. Ну, знаете, вот мое предположение, еще личное мое, что проявляется какое-то ионизирующее облучение, под которое попала вся наша планета, в том числе и эти подсолнухи. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.